Кроме того, что медиация – это инструмент решения конфликтов, когда уже люди конфликтуют, они могут выбирать обратиться в суд, либо обратиться к медиатору, ну, либо самостоятельно решить конфликт, если они еще находятся на той стадии эмоционального вовлечения, когда это еще можно сделать самостоятельно. Но кроме этого, медиация – это еще отличный инструмент предупреждения конфликтов. И это о том, что медиацию можно использовать перед тем, как заключать партнерские соглашения, перед тем, как вступать в брак, перед тем, как принимать важные решения стратегические, например, об изменении структуры бизнеса, о привлечении новых инвестиций, о введении нового партнера. Если про семью, то, допустим, перед принятием каких-то важных решений, ну, например, о рождении ребенка, либо о переезде в другую страну, либо еще о чем-то, что серьезно меняет уклад жизни.